Депутаты Блока коммунистов и социалистов оспорили в Конституционном суде принятие Стамбульской конвенции. Они подчеркивают, что национальное законодательство и так предусматривает ряд мер по борьбе с домашним насилием. В свою очередь, представители духовенства просят президента Майю Санду не промульгировать закон о ратификации спорного документа. Opinia noastră, ratificarea acestei convenții contravine Constituției Republicii Moldova și prevederilor legale naționale în vigoare. La fel, contravine și convingerilor sufletești, dacă doriți, ale majorității populației Republicii Moldova, care nu împărtășesc acele valori străine pe care cu regret ne le impune această convenție. De exemplu, Curtea Constituțională din Bulgaria a declarat neconstituțională convenția de la Istanbul, ținând cont că ea contravine Constituției Naționale a Bulgariei. La fel, o sumedenie de state deja au început procedura de denunțare. Deci aici este vorba despre acele țări care au ratificat convenția, dar care ulterior nu doar că s-au răzgândit, dar au înțeles că scopul este cu totul altul. Vorbim și statele care nu sunt membre a Uniunii Europene, cum ar fi Marea Britanie, cum ar fi Statele Unite, cum ar fi Japonia, cum ar fi Канада, nu au ratificat și nici nu au de gând să ратифice această convenție. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир направил властям послание, в котором отметил, что правительство должно осознавать доверие, оказанное избирателями, и должно взять на себя полную ответственность за принятие решений и их последствия. По мнению митрополита, в такой критической ситуации совершенно недопустимо продвигать и принимать законы, противоречащие истории, православной вере, культуре и нравственности, а также многовековым традициям нашего народа. Долг церкви предупреждать власть об опасности неправильных законов, концепций и действий для людей, написал священнослужитель. Архиепископ Унген и Неспорен Петр также считают, что принятие Стамбульской конвенции подразумевает отрицание существования естественных различий между мужчиной и женщиной. А термина «гендер» нет ни в одной из других международных конвенций, отметил представитель духовенства. Он попросил президента страны не подписывать закон о ратификации Стамбульской конвенции.